Всем привет, друзья! В этом видео хочу рассказать о банальной проблеме, которая может случиться в каждом доме. Сегодня суббота, мы по традиции приехали в гости к маме на манты. И что же произошло? Когда я начала мыть посуду, я заметила, что вода-то не уходит. И как оказалось, мама действительно мучается и постоянно пытается пробить. Но хочу рассказать еще раз вот об этом чудо-средстве. Это гранулы для устранения засоров. И на них, друзья, сейчас супер-мега-акция. Сейчас я покажу, как эти гранулы действуют и как они могут помочь любому человеку, даже кто не может сам раскрутить вот эту вот раковину, раскрыть сифон и так далее. Засыпаем 50 мл гранул в непосредственно в трубу, и все, что нужно, залить кипяточком. Сейчас мы это проделаем. Вода закипела. Сейчас будет, должно быть бурление. Если был засор, то будет бурлить. Давайте еще чуть-чуть. Слышно, да, как по трубам? О, брызгает, смотри! Обалдеть! Вот, слушай, там, правда, засор был. Ну, засор, не давно уже я это там мучаю. Давай. Даем еще. Затем мы подождем 5-10 минут и прольем просто водичкой. Слушай, по-моему, пробил, знаешь, кровать, слышишь? Ну, что ты прям эту щупу все равно такая? Любые жировые отложения, органику, рыбную чешую. То есть на кухне в любом случае, в каждой семье есть какие-то засоры. И даже если у вас вода, грубо говоря, проходит, для профилактики, вон он постоянно, для профилактики можно делать это раз в месяц. Причем такой бутылочки хватает на 4 применения. Соответственно, это очень экономично. Наша семья использует эти гранулы даже на даче, и с пластиковыми трубами ничего не случается. И не случается засоров, друзья. Успейте купить по акции. 3+1. Сыпать и залить, и все. Да. Я вот прям опыт. Просто добавь кипяток. Да. Ты видела, как бурлило? Причем оно не сразу начало брызгать, да? Ты видел? Да. Ну там прям даже какая-то еда, да, выходила, по-моему. Сейчас даже тоже что-то булькает. Процесс подчищения работает.